Инструмент центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов от компании Sigma, код товара 6003521, набор на 53 предмета. Это новинка от компании Sigma, то есть новый набор в линейке. Наборы выпускаются в Китае, то есть завод находится в Китае, но инструмент достойного качества представлен в наборе. Вы можете применять его и на СТО, и также для домашнего применения. Материал изготовления: хром-ванадиевая сталь, рабочий квадрат 1/4, трещотка 72 зуба, 53 предмета в комплекте. Это упаковочная коробка сверху, которая идет. Трещотка 72 зуба, мелкий шаг, 1/4 квадрат, маленькая трещотка, длина 155 мм, рукоятка комбинированная, здесь резина, пластик. Желтые вставки, это резиновые. Идет она немного с изгибом, то есть даже по отзывам такими трещотками удобнее работать, чем прямыми. Реверс есть и быстрый сброс, фиксация головки на трещотке. Удлинители. 3 удлинителя в наборе, 150 мм. Это гибкий удлинитель для труднодоступных мест. Маленькие 50 мм и 100 мм. Кардан. Металлической вставкой скреплен. Потому что есть кардан на винтах, на заклепках. Здесь просто металлические вставки идут. Гарантия на данный инструмент и вообще на набору Sigma составляет 1 год, кроме бит. На биты, это считается расходным материалом, гарантии нет. Головки. В наборе шестигранный профиль. Есть головки короткие и головки длинные. Коротких у нас 13 головок. Размеры 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. На 14 самая большая. Головок длинных 7. Размеры 6, 7, 8, 10, 11, 12. Самая большая у нас на 13. Отверточная рукоятка. Длина 150 мм. Ручка пластик. Есть присоединенный квадрат. То есть или трещотку можете подсоединить, или вороток. То есть в зависимости от работы. Применять вы можете в наборе или головки подсоединять сюда. Также добавлять удлинители или биты. Таким образом получаем отвертку. Биты дальше я покажу. Набор Г-образных ключей. Также есть 3 ключа Г-образных, шестигранных. Вороток Т-образный, длина 100 мм. Плавающей головкой. И набор бит, которые идут уже у нас с переходником. Профиль бит: крестообразные, шестигранные, торксы и шлицевые. Материал изготовления указывает производитель: хромванадиевая сталь. Сверху нанесено защитное матовое покрытие на инструмент. Надпись на головках. Есть логотип Sigma на металле. CrV указывается, хромванадиевая сталь. И размер головки, в данном случае 13 мм. Кейс состоит из 2 частей у нас. 2 крышки соединяют пластиковая зависа. Внутри есть металлическая вставка. Инструмент хорошо держится, верхние крышки не выпадает. Даже довольно-таки плотно защелкивается. Запирание набора на пластиковую защелку. На защелке также вот тут надпись. Надписи нет Sigma, просто Open написано. Такой вот набор для профессионального применения. Также можете применять для домашнего применения. Гарантия на инструмент составляет 1 год. Теперь к кейсу. Ширина кейса 24 см, длина 16 см. И высота кейса 6 сантиметров. Логотип есть Sigma на верхней крышке. И указывается 53 предмета в наборе. Вес набора составляет 1,5 кг. Хочу напомнить за подписку на канал, за оставленный комментарий под видео. Мы делаем дополнительные скидки при заказе в нашем интернет-магазине. Просто при заказе указывайте в заказе просто или скидка, или то, что сделали подписку на YouTube канал. Спасибо за просмотр. До свидания.